Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Миша, и сегодня мы будем играть в Гаррис мод. Короче, я тут накачал кучу мода, вот до горла, вот до этого такого. И я сегодня хочу в них поиграть, потому что я вообще давно не заходил в Гаррис. И, ну что это такое? Типа, ну блин, Миша, что ты не играешь в Гаррис мод? Да, я сам по нему соскучился. Я так давно не играл в этот Гаррис мод вообще. Где-то не знаю. Ну, короче, да. И за это время, да, я знаю, сейчас карантин, не сильно крутое время, да. Я вот, может, даже потом выпущу ролик по Undertale. Ну, может. А сейчас мы пока повеселимся вот тут, у меня в Гаррисе. У меня загружается мастерская, потому что я вот очень много как его... Кстати, да, вышел... обновление вышло такое. Вот. Я не знаю, конечно, что это еще за обновление такое. Но хочу вот узнать, что это вообще такое за обновление. Давайте поиграем. Я захожу. Давайте выберем, ну, пожалуй, обычную карту. Загружается она у меня недолго, поэтому долго не надо будет ждать. Кстати, если хотите, чтобы я развивался там в монтаже, может даже, или же там, чтобы вас бы, чтобы я достигал каких-то целей на ютубе, то, пожалуйста, вам же не сложно просто подписаться и поставить лайк. Вам это 2 секунды, а мне это очень приятно. Мне и так, ну, я только, ну, 3-4 года назад развиваюсь. У меня только 9-8 подписчиков. Ребята, это надо исправлять. Всем своим друзьям отправляйте этот ролик. Я вас не заставляю подписываться, просто, если хотите, можете нажать эту кнопочку внизу под роликом. А если вы на планшете, то просто под экраном вот такая вот кнопочка там такая есть. И ее нажимаете, и все, она становится серой. Вот нельзя, чтобы эта кнопка была красной. Нажмите вот так на нее, бум, и все. И она серенькая такая красивая. Ладно, давайте перейдем к ролику. Я вот какой-то у меня Minecraft пак. Я его вроде не скачивал, но скорее всего он загружается. Тут у меня постоянно какие-то вот ошибки. Я не могу вот реально. Вот сейчас у нас загрузка. Вот уже все полосочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, миллион. Я не буду вот эту вот плохую кнопку нажимать. Я лучше вот нажму на Гаррис мод. И, кстати, я скачал там ролик такой. Блин, какой ролик? Я скачал мод такой на Undertale. Специальную локацию. И мне, вот, если честно, эта вот локация очень понравилась. Я на ней почти что... Ну, конечно, он не показывал, но я играл на ней, попробовал. Там на той локации, это вроде там, я какую-то скачал, не помню, какое название там. Но там какая-то была локация. Ладно, давай перейдем опять к всему такому, к игре. Так, вот я загрузился, ребята. Вот я. Вот. Можно взять... И превратиться в кого-нибудь. Не знаю. Тут есть из ФНАФа. Пацаны такие. Я не знаю, правда, что из... Какая это вселенная. Я знаю только первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую часть. А остальные я не знаю. Да то у меня тут есть очень прикольное оружие. Сейчас я его найду. Вот. Первое, это такой ножик. Из Undertale я скачала такой.
Можно им вот так вот брать комбайнов и вот так. И они испаряются просто вот так. То есть их не видно даже. Есть другой вот такой. Есть папирусы. И есть вот такие способности Санса. Я могу вот так брать. На кнопку Е я могу убрать телекинезом его. Это выглядит, как будто бы у меня реально вот рука. И он реально ей двигается. На правую кнопку мыши я стреляю гастробластером. На левую я костями стреляю. На К русскую или на Р английскую я выпускаю кости из снизу. И можно... Я взял админские способности. И у Санса вот такой на админе вот такой глаз. А если на обычном, то у него нету глаза, но он просто будет вот так. Но поднимать он сможет, только он... Призарядка у него на все 10 секунд. Ну, на телекинез. Все, я вот больше не могу. Вот, взял. И все. Сейчас я очищу карту. И сейчас мы проверим самую крутую способность. Стоп. Эй, пожалуйста. Это реклама, такая маленькая минутка рекламы. Ну, пожалуйста, подпишись на этого пацана. Фокс Ю, у него один подписчик, пожалуйста. Он недавно вот сделал такое видео. Оно крутое, реально. Пожалуйста, посмотри его. Что тебе стоит? Ужик? Фак! Что произошло? Походу у нас Гаррис Мод. Все. Походу да. Ладно, ребят. Короче, мы можем в следующем ролике я поиграю вот в эту игру. Вот Mystery Tale. А пока что все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Fox U, на Клуфа. Всем удачи, всем пока-пока.